Иногда происходит так, что дети боятся лечить зубы на обычном приеме. Это происходит, к сожалению, достаточно часто, несмотря на то, что мы проводим все возможные меры в плане адаптации, привыкания к стоматологическому креслу и пытаемся договориться с ребенком, насколько это возможно. Если так у вас произошло, то мы можем предложить следующее. У нас есть лечение в самом безопасном сне, в наркозе. Привет! Привет, заходите. И будем смотреть мультики, которые у нас идут на потолке, посмотри, видишь какие, да? При этом мы можем таким образом пролечить все зубы за один раз, а далее просто ваш ребенок будет приходить к нам на плановые осмотры один раз в 3 месяца, либо один раз в 4-5-6, в зависимости от ситуации в полости рта на момент лечения. И таким образом мы будем вашего ребенка максимально мягко адаптировать к стоматологическому приему. В 95% случаев после этого лечения ребенок садится абсолютно спокойно, без страха, без боли. Профессионализм наших анестезиологов проверен годами работы в крупных клиниках, в областных детских больницах, в областных роддомах. У нас самые современные аппараты, самые современные препараты для наркоза, методики наркоза, которые позволяют поддерживать уровень наркоза на минимально возможном уровне, таким образом минимизируя какие-то отрицательные эффекты на детский организм.